Всем здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. И в этом ролике я хочу вам показать, как сейчас я буду пересаживать мимолюс. Вот он у меня посеян был на таблетки. Это вот этот мимолюс мистик. Был посеян он 11 марта. Сегодня у нас 28 марта. И вот, в общем-то, пора его уже пересаживать. Рассаживать я его буду вот в такие маленькие ячейки. Грунт очень рыхлый. Сразу я делаю отверстие вот этим футлярчиком от иглы. Грунт с вермикулитом. Вермикулита довольно-таки много. Вот такие отверстия накручиваем. Ничего я не уплотняю, почву не уплотняю, так как растения очень маленькие, корневая система еще очень маленькая, слабенькая, поэтому грунт уплотнять не нужно. Ой, аккуратненько хотела, но все-таки вот вырвала один мимолюс. Конечно, мы его тут не оставим. Можно это так вот вырезать. Эта оплетка, она в принципе никак не мешает растению, поэтому мы вот прям с ней посадим. Корешочки совсем крохотные, но тем не менее надо уже в грунт посадить. Сразу я поливаю водой. Вода у меня с агатом, очень теплая. Так, и вот, в общем-то, вот так вот сейчас мы его и пересадим. Тут, наверное, придется с пинцетом. Без пинцета не обойтись. Вот оно, растение. Так, я его поставлю аккуратно. И, в общем-то, обжимаем. Хочется и так показать, и как таблетку я разрезаю, и как сажаю уже в грунт. Ну вот, не очень получается все вместе показать. Так, обжимаем. Слишком обжимать не нужно, чтобы не сломать растение. Но я-то хотела показать, вот как я таблеточку я разрезаю, делю, в общем-то, зубочисткой. Вот так вот аккуратненько разъединяем. И вот с кусочком этого торфа пересаживаем. Ой, ну конечно, нужно было мне не полить. Таблетку по суше она должна была быть. Слишком влажная, поэтому легко не разъединяется. Слишком сухая таблетка, она тоже сразу рассыплется, а слишком влажная, она вот тоже не очень хорошо. Главное, не нужно сильно зажимать, и, в общем-то, слишком много влаги давать не нужно. А так вообще мимолюс, он как бы безболезненно переносит пересадку. Для него это не трагично. Пересадочка. Лишь бы стволик не сломать. Да, и тут в грунт добавлен корневин. Вот, в общем-то, вот так вот. Видите, они теперь будут все пересажены. Так, сверху совсем чуть-чуть я его полью. Совсем чуть-чуть. И вот эту емкость я тоже накрою вот такой же прозрачной емкостью. Дня 3-4 после пересадки у меня мимолюс постоит как бы в тепличке. Нужно ему будет адаптироваться. Так.
Что я еще хотела сказать про мимулюс? Мимулюс, в общем-то, он очень неприхотливый. Обязательно его нужно будет прищипнуть через какое-то время, чтобы он кустился. Он совершенно не боится холодов. Даже если он замерзнет, будут возвратные заморозки, да, в открытом грунте, то он очень легко отходит и вновь распушится, раскустится и, в общем-то, будет цвести прекрасно. Никакого такого особого ухода за ним не нужно. Так, тут вот у меня поаккуратнее получилось. С комочком торфа погружать будем. Да, и почему я такие маленькие пересаживаю? Потому что в торфе, в торфяной таблетке им уже нет смысла сидеть. Нужно, чтобы корневая хорошо развивалась. В общем-то, я их сажу на таблетки всегда только для того, чтобы они взошли, эти все растения цветочные, так как... Ну, я уже неоднократно говорила, у меня зрение плохое, и в грунт, когда я сажаю, у меня почему-то половина растений вообще не всходит. А вот этот вот посев в таблетке меня очень выручает. Так, ну вот тут я неправильно немного маленькую лунку сделала. Ничего я грунт не уплотняю, я только вот делаю поглубже вот эту луночку. Так, и вот так вот. И, в общем-то, что антеринум, что мимулюс, они очень неприхотливые растения, но при этом очень красивые. И вот тут вот у меня еще стоит баллон, закрытый пакетом, я его специально поставила, чтобы не забыть сказать. Сегодня я показывала, как я высаживала в эти баллоны, в общем-то, платикодоны. И забыла сказать, что сверху обязательно нужно накрыть пакетом. Но пакет должен быть обязательно новый. Он должен быть совершенно чистый, чтобы мы не занесли никаких заболеваний. И вот сегодня у нас похолодало к вечеру. На балкон я не стала эти баллоны выставлять. В общем-то, они у меня сейчас стоят на подоконнике. Я их поставила. Пока постоят на подоконнике, так как, в общем-то, прохладно стало к вечеру. И был у меня вопрос, спрашивали, какая температура на балконе, но я уже отвечала, что ночью на балконе у меня температура не ниже, чем плюс 10. В основном 10-12. Днем, конечно, теплее, но зависит еще от того, солнечно на улице, либо нет. Но у нас вот пока мало солнечных дней. И вот эустома, которая у меня стоит на балконе, и которая уже с бутонами, ну вот... Кроме того, что вся зима была темная, вот сейчас еще и весна пасмурная. И, в общем-то, получается так, что бутоны поэтому и не раскрываются. Если бы было солнышко, эустома бы уже раскрылась. Но пока никак не получается ей раскрыться, так как солнца нет, пасмурно. И вот она стоит у меня вся в бутончиках. Также у меня там на балконе, кто видел ролик, это стоят в горшочках побольше, это эустомы зимующие, которые у меня прошлогодние. Там и стебельки такие, стволики покрепче. Она, конечно, выглядит покрепче. Та эустома, которая зимующая. Сами стволики потолще. Так. Ну вот, в общем-то, весь мимулюс мы высадили. Тут один слабенький росточек, я его не буду садить. Вот этот я потом подсыплю немножко. И вот совсем немного воды сверху еще я добавляю. И вот буквально со следующим поливом я уже полью кальциевой селитрой эти растишки. Так.
Так, и сверху я закрываю точно такой же коробочкой. Ну вот я ее в данный момент не приготовила. То есть оно будет накрыто вот точно такой же емкостью. Этот минус. В общем-то вот так вот я его пересадила. И он у меня тоже стоит на балконе. На этом я ролик заканчиваю. Вот еще раз покажу. Вот так вот стоит платикодон. Полностью закрыт. Тут у меня даже завязано. И, в общем-то, несколько дней он так у меня и останется в этом баллоне. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.